может быть, Максвин будет? Пись. Блин, это дорогая. Я же сказал, не имейте девушку, а имейте дедушку, блин. Куда ты ставил? Тут был. О, еб. Блин, это дорогая. Только не наеб. Только не наеб. Ну, частично не наеб. Нет, не наеб. Есть. А, да это же денежки. Пиз. Ай, блядь, не дало? Ебать твою мать, я думал даст. Ну, 0-0, что, плохая ставка? Вот плюньте мне в лицо, кто скажет, что это плохая ставка. Как плюнуть? Слюной. Фу. Ничего не выйдет. Кто мне посоветовал этот фригеймс? Опять в чате не уследили ни хуя модератора. Ну! Есть! Есть! На-на! Красавчик посоветовал, а? Кто мне посоветовал этот фригеймс? Опять в чате не уследили ни хуя модератора. Красавчик посоветовал. Если ты не перебываешь, то у тебя воняют ноги. Красавчик посоветовал. Не, не пи***а, там в чате было. Там в чате кто-то написал, давайте фригеймс. Так, а чё, блядь, у меня тут темно, что ли? Еб... Меня вообще видно, нет? Во. О, это хорошее. Это давайте даже медленно смотреть. Блин, полное поле сейчас может быть. Ну давай, слева не покачай. Ну? Неплохо. Терпимо, но могло быть лучше. Сейчас бы горшок, была бы вообще жесткая. Давай второй клевер, ну пожалуйста. Вы не клевер, будьте радуги. Ну, уже не даст вторую радугу, а? Ну. Есть. Ну, блядь, теперь три клевера. Ну. Пиздец. Ничего я тебе не дам, я тебе сказал. Срока ж хорошая. Ну, блядь, сейчас бы клеверок, еб твою мать. Сейчас бы клеверов, ёпты. Реально, вау-хау. Вау-хау, ёпты. Сергей, в смысле не скучаю? У меня повара есть в каждой стране, которые готовят русскую кухню, разумеется. Как ты это представляешь? И вот у меня, ну я не знаю, приезжал сегодня повар. Приготовил русскую кухню. Блин, может быть, Максвин будет? Пизд. Охренеть! У меня аж мурашки по коже! Пизд. Да куда ты закапываешь моих дедов, блин? Подножье пирамиды, ёпты. А прикинь, сейчас бы еще ретригера слепнул. И тут понеслось! Программу выполнил. Я же сказал, не имейте девушку, а имейте дедушку, блядь.
Надо бы это записать. Пригодится. Гриф извращения. В Буденновске заключили под стражу парня. Его подозревают в изнасиловании 80-летнего дедушки. Не имейте девушку, а имейте дедушку.